Меня зовут Василий. Находимся в Балашовский район, село Ключи. Меня зовут Алексей. Кое-что расскажем про плуг. Пашем поле после просы. Глубина 25-30. Наработка плуга уже 2 года. Нареканий больших нету, но проблемы есть. Чуть-чуть позже подробнее расскажем. ПЛН Светлоградский, как он, ПНУ, правильно? Ну да. Светлоградские плуги были. В прошлом году купили. Ну, то есть, год назад. Ну, два их привезли сначала. А два вот в этом году. Да, ремонты были. Замены передней стойки на поддерживающих колесах. 8000. Да если по чернозему подольше на песке стирается. Увеличить возможность ширину плуга есть, но это трактор не позволяет. Не хватает лошадиных сил. Да, и поэтому у нас 7 корпусов, как не 8. Тяжело. Рабочая скорость 7-8 километров. Краны вот единственные у ребят перевернули. У нас стоят краны так. То есть земля падает и его закрывает каждый раз вот так. То есть краны перевернули, сейчас они работают в закрытии в эту сторону. Земля падает, то есть он открытое всегда положение. Вот уже сделали чуть-чуть поумнее. Ну а так что, рабочие органы, пояс. Сталь хорошая. Сталь, да, хорошая. Озимые культуры прям одним комплектом спахиваешь свободно. То есть второй комплект ставишь уже на подсолнух там. Ну по песку это уже, да, там быстрее стирание идет.